Привет, с вами снова Андрей Воронин, и как вы уже догадались, не науки начались. А это значит, что настала пора писать тезисы, выступать на конференциях и, самое главное, снимать видеоролики. И, кстати, по поводу тезисов, не пытайся списать. Там очень серьезная система антиплагиата, которая покрывает не только вот эти сборники все, но еще много других баз данных, тебе неизвестных, и попытайся это полстраницы текста написать сам. Это действительно просто, и это поможет тебе написать в дальнейшем твою дипломную работу. Не забывай указывать научного руководителя. Мы обижаемся, если этого не делать. Это плохо. Ты сначала подаешь тезисы. До 30 марта выступаешь на кафедральной конференции. Если ты лучший из лучших, ты проходишь на институтскую конференцию. Но это еще не все. Параллельно идет та самая молодежная премия. Сначала ты снимаешь видеоролик длительностью до 3 минут, где рассказываешь о своем научном исследовании. Дальше загружаешь на любой видеохостинг и ссылку присылаешь нам. После этого эксперты со всего мира в твоей отрасли будут оценивать твой видеоролик. И лучших из лучших мы пригласим на очный финал, который состоится в МИСИС 20 апреля. И если ты не из МИСИС и студент другого вуза или даже школьник, то обязательно участвуй в молодежной премии, и это даст тебе возможность получить дополнительные баллы при поступлении в Национальный исследовательский технологический университет МИСИС, которому, кстати, в этом году исполняется целых 100 лет. 100 лет, ребятки! 100! 100! 100! Мы большие, старые, солидные, солидные. Эксперты будут оценивать ваши видеоролики по нескольким критериям. Каждый критерий оценивается от 0 до 10 баллов, но есть один лайфхак. И этот лайфхак — это моя личная оценка. Смотрите, как я ее буду ставить. Если вы объединяетесь в коллектив и подаете коллективный видеоролик, и если вы студенты с одной академической группы, то это 1 балл. Если вы студенты, объединяетесь с разных кафедр, с разных академических групп, это 3 балла. Но если вы объединяетесь со студентами из другого института, даже не из МИСИС, или, например, комбинация студент-школьник, то это 5 баллов. И это, ребята, лайфхак. Пользуйтесь этим, пожалуйста. Вы можете подать видеоролики по одному из 7 приоритетных направлений развития МИСИС, либо по тематике одной из 5 стратегических академических единиц нашего университета. Уточка, уточка. И, кстати, не думай, что снять видеоролик — это сложно. Просто возьми свой телефон, сними себя, сними свой эксперимент. Посмотри, как это делали в прошлый год, ребята. Это очень просто, это прикольно. Мы ждем. Ну и еще больше информации на сайте День науки. Следи за новостями в официальном паблике «Нету МИСИС», студенческое научное общество. А я желаю тебе удачи. Дерзай.